Европейские и американские автопроизводители радовали посетителей Моторшоу 2013 большим количеством белорусских премьер. В сегодняшнем заключительном отчетном сюжете «Автопанорама» поведает об автомобилях, которыми удивляли Минск автомобильная компания из Азии. Mazda показала свою линейку автомобилей, созданных по новой дизайнерской философии кода, или дух движения. Линии новых моделей Mazda берут свое начало в изяществе морских волн и величии японских гор. На стенде красовались внедорожник CX-9 и кроссовер CX-5. А по соседству расположилась наша новая любимица Mazda 6. Автомобиль очень хорошо принят потребителем. Шестерка всегда пользовалась успехом и популярностью. И это я вижу, что однозначно даже, наверное, и больше будет. Белорусам шестая модель предлагается с двумя моторами – 2 и 2,5 литра. Оба могут сочетаться как с шестиступенчатым автоматом, так и с механикой. Корейская Hyundai подготовилась к мотор-шоу самым основательным образом. Автомобили марки заняли целых 2 стенда. На одном из них можно было увидеть текущий модельный ряд, а на втором расположились новинки премиум-линейки Hyundai. Купе и седан Genesis, авто бизнес-класса Grandeur и Equus. Старшая модель Equus будет оснащаться достаточно серьезными моторами – 5-литровым V8 мощностью в 430 лошадиных сил и более скромной шестеркой с 3,8 литрами рабочего объема. Hyundai уже давно и успешно работает в Беларуси. Наши автомобили заслужили уважение и пользуются большой популярностью. Сегодня Hyundai представляет линейку премиум-сегмента. Мы возлагаем большие надежды на модели Equus, Grandeur и Genesis. Наши автомобили премиум-сегмента могут соперничать с лучшими представительскими автомобилями европейских марок. Nissan удивляет публику заряженным Juke Nismo, который, кстати, будет официально поставляться в Беларусь. От гражданского товарища Nismo отличается агрессивным аэродинамическим обвесом, большими колесными дисками и яркими акцентами как снаружи, так и внутри. Кроме него на стенде можно было увидеть обновление седана Almera. Эта демократичная модель поставляется с бензиновым мотором в 1,6 литра в паре с автоматом или механикой. Представители Mitsubishi продемонстрировали публике свои обновленные внедорожники ASX и Outlander. Если ASX может похвастать лишь слегка подтянутой внешностью и парой-тройкой изменений в ходовой части, то Outlander изменился кардинально. По сравнению с предыдущим поколением были улучшены показатели безопасности, экономичности и динамики. Для установки под капот сейчас доступны 2 силовых агрегата, бензиновые моторы объемом 2 и 2,4 литра. Вот как подготовились японцы и корейцы к Моторшоу 2013. В этом году шоу поистине удалось. Надеемся, что в следующий раз мы увидим еще больше интересных машин и людей.